Так, друзья, мы на яме. Смотрите, какая яма. Глубина на метров 5. Я подходил, прям дна не видно. Какая она красивая, такая же она и бестолковая оказалась. Не то, что крупных тайменей. Средних в ней тоже нет. А попалось 3 маленьких, которых я, как естественно, утопил. Вон, прямо можно посмотреть, какая красивейшая яма. И водоворотик вон там, вот. Там вот, где струя бьется об камень, вот там они и стояли. В других местах ничего нет, хотя глубина тут, дорогая мама, очень даже приличная. Ну что ж, печаль. Ну нет, так нет. Видимо, таймень скатился. Крупный таймень ушел вниз, а остались только маленькие, все прям буквально одного размера, как будто одногодки все. Ну, чуть меньше, от грамм на 200 до 400. Может, 2 года вот у них погодки. Ага. Вот. Ну что, пойдем сейчас вниз. Пойдем и потом до дому. Сейчас посмотрим, может быть, что-то ниже еще по хариусу будет. Хариуса немного, 3 штук поймал. Вот. Ну, здесь уже похуже, конечно. Но места, конечно, красивые. Была мысль быстренько метнуться на био. Попробовать там покидать. Ну, не знаю, наверное, нет. Пойду уж добью байгол. Давайте, пока.